Так, пацаны, я запускаю таймер. Если каждую минуту на трэш он будет мне бить кого-то в АФК, я буду кидать 50 гп на вашего перса. И мне насрать. Мы в рейде не АФК, что мы бьем трэш. Таймер запущен. От этого таймера? Не только надо спрятывать, но за рекаунт. Если вашего дамага нет в рекаунте, вы ниже танка, это тоже 50 гп, если вы дд. Еще говорю, да, я иду покурю тогда, в начале. Иди кури. Потому что меня бесит, что кто-то напрягается, бьет трэш, а кто-то ходит дрочит, привязывается к чару. Ребята, кому нужна шея на хила с ребра, кроме розетки? Розета. Только тебе и нужно. Стражу. Я единственный в рейде, кто обыграл мутантом 40, что ему аж страшно стало со мной ролить, да, мутантом? Ну, я 40 в мутанте вчера выиграл, но потом за два ролла проебал, по 20к, типа, ну, ты понял? Выиграл, короче, 40к где-то за 11 секунд. Не считается тогда. Было просто остановиться, но я что-то захотел 80. Жадность фрая разгубила. Я на 500 что? Кинул, потом, ну, он выиграл, я потом на косарь, я 500, ну, отыграл, типа, у него. Свои и его 500. Там мне пипец как прокало, мутанты по 15 роллов были, жесть. Видишь, мутант ролл 25-24, это тоже было мощно. Азартные игры нас погубят. Я бы даже так не сказал. Я тоже бы поролил, но у меня просто нету голды, когда нету голды, я не роль. Вдруг я проебу. Просто интересно, где ты столько фармишь голды, что настолько играешь? Ой, людей получают. Айзена 3 топора. Уилли просит. И понятно, кто там ГБ спёр. Жеря, где ты голду фармишь? Нигде не фармил. У меня вчера было 3к голды. Вчера. Я такой думаю, испытаю-ка я удачу. Говорю, мутант, давай паролим. Я такой, а мутант такой пишет, окей, мы начинаем ролить, но с нами играл еще один тип. Короче,
Проходит где-то, ну, я соврал, где-то минута проходит, у меня в сумке уже 45к. Мутант, думаю, там уже очко сыграл, он говорит, давай сыграем на 20к. Я такой говорю, ну, пох, давай. Кидаю ролл, проеб, типа, я проебал. Кидаю еще раз ролл, опять проеб. Вот и все. Это как в этом, как это, мультик, там, где два полуцарства. Там, короче, я подумал, что я тупо, ну там, мутанта не были такие крутые цифры, там на 20к, типа первый раз он выиграл с роллом 54, а второй раз с роллом 45. Просто перл целую минуту, мутант выбрасывал ролл 15, 25, там, 17, 2, 3. Блять, а он где деньги берет? Я не знаю. Вот так он и берет деньги. Сука! Да. Букмекер хуев. На 40к. Реганул так. А два... Вот 20к много, надо было говорить. Чё, отсюда начнем таймер, да? Через минуту, в принципе, бери трэш, можно... Может, отсюда начнём. Поставьте столик, плиз. Давайте чек, надеюсь, это уже все разбафали, перебафали 300 раз. Дайте рыбку, есть кого-то рыбку? У меня нету рыбки, например. Есть рыбку, столб, что не хватает, два лока, что вам не хватает. Там два БДК вроде. Мутант, спекайся в БДК. Че ты в БДК делаешь? Так, на рыбы нет. Точняк ОТ, Сенсимилия МТ. Мутант АДК. Все, все готовы? Давай, Коля, начинай. Геру, не стакайте раскол, пожалуйста. Давайте захиливайте. Захиливайте шипы. Блять, все шипы собрал. Долго крутится вроде. Хоть во фрайм измените шипы. Шипы бейте. Смотрим, чего тут херня упала. Кто осколки собирает? Айош. А. Рольте на бредник.
кому-то набредники. Набредники 10%. Набередники. Набередники. Короче, первый плюс будет получать весь шмот этот на продажу. У меня нету. Нет. Блядь. Место в сумке, чтобы что-то забирать. Давайте ролите щит. Надо кому-то щит. Там холи пал, шаман. Там шаман помой. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью. Перчатки. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. МГП начисляется, у меня отключено оповещение, можете смотреть журнал. Я его включу, убейте пока трэш. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. А на кого Локи СС раздают? Ни на кого пока что. Зачем? Ну пускай вешают на сову и на розетку. Не надо пока. В рейде 5 хилов, 4, 2, нет, 3 хила точечных, 1 эрдру и этот. И ДЦ. Тут не надо. Блять, если захотите, вы не сдохнете с ДЦ на ледник. Да, но только если 3 духа подряд словить и будете стоять в куче. Вот тогда вы сдохнете. Ага, или какой-нибудь милик, блять, ебанется, вы пиздец. Да, мы будем идти в 5 хилов песинс, потому что я затупил немножко в начале, так что так получится. Лестните вверх. Тут поврежденка в мобе. Где поврежденные ожерелье? О, большом. Большом. Мутант, давай пароним. Сколько она стоит? 300 голд? Давай, мутант, паролим. 300 голд. Мутант, 78. Вот гад. На. Да, ты что, не кинул ру? Кинул, у меня 60. Чего? Вчера везло, сегодня не везет, жизнь боль. Дайте Вефи боль, боль, говорю, дайте Вефи бафы. 300 бафа нету и лапы нет. Нету рыбы, без рыбы бейте. И бейте трэш. Все, давайте, все готовы. Мутант спекнулся, мутант. Нет, мутант не спекнулся. Мутант, короче, ты понял меня, власть включишь, будешь танчить. Эти трэш пока. Эти трэш и контрольки. Не забывайте контролить людей. Это контроль, ригеля контроль, хама контроль. Как эти раскол на лень? Готовимся, трэш. Давайте в трэш. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Приводите лень. Джону, дайте контроль, это сова. Посильнее и по леди. Стопайте по леди, стопайте. Не успеете. Да, стоп. Стопните по леди, стопните по леди, один лям.
вообще трэш. Перевели леди, бейте трэш слева. Пулпера контроль. Протопал в контроле. Пулпера, вы ферните трэш, потому что протопал в контроле. Гимн хп депутка, пижон реса антихама, розета реса и ригеля. Или ригель ты встанешь. Понял. Я понял, розета реса и точника. Я уже поднял. Не понял. Жесть, мы с... Ты протопала, Коля, давай танчи, короче, этого... Трэш, что ли? Диспейте, пожалуйста. Эти трэш вышел справа. Аня, как ты сдох? От капли. Каплю смыслил. Мда. Минус протопал, полипал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я не сливал там мутант, не спекнул, ты думаешь, что сливать все равно бай будет. Не надо. Короче, падайте, у нас протопал не слил кап, сдох, как ракал. Да, Джерион. Я же не могу смотреть, как, что Ваня слил кап, ну, что я сделал. Да просто в очередной раз убеждаю, что, блядь, ни один я неудачник, блядь. Что, блядь, люди с любыми иралами могут хуйню творить. Паня, почему ты творишь хуйню? Чего? День такой там. Затмение, наверное, солнечное или лунное. Звезды не сошлись, блядь. Мутант вообще на ролл хуярит, выигрывает, блядь. И не спекается нихуя. А я говорил, давайте я на АДК зайду. Нет, нахуй. Сейчас бы хуйню творить, да? Да, только что хотел сказать, как с языка срывал. Как вы этот мем не можете забыть? Блин? Ну, вы уже что-то придумайте оригинальное. Блин. Сейчас бы ману забывать. Ёпта. Там, давай рогнём на 40 гол. All in! Проёб. Джерион, ты в All-In пошел 40 голды? 40 голды нет, я же рассказывал только что. У меня 40... Ситуация, у меня 42к голды, я выиграл у мутанта. Мутанта, я не я знаю, прибомбило, он говорил ролим на 20к. Я такой говорю, ролим. Я проигрываю, даю мутанту, потом мы еще ролим на 8600 вдвоем. Давай просто. Дайте, пожалуйста, короче, и потом у меня становится 37к голды, и я не помню, где я еще десятку слил, но я мутанту проиграл вроде 3 раза по 20. Смеешься, пиздец. Прикол в том, что я начинал всего с 3к голд. Дайте фулл баф и лапу. Просто перло, просто тупо... Ну, типа, все разы, что мы ролили, всю минуту, ну, сколько там ролить, все роллы были мои. Я только один раз проиграл 10к, но потом сразу уже отбил. Ну-ка, расскажите, как мне за ШП больше ДПС сохранить и трэш пить нормально? Вампир? Давайте чек. Очень пеший. Вампириком только, да? Лапы нету, дайте лапу. Дайте лапу. Бля... Стакайте эту парашу, пожалуйста, блядь. Боль, ты тут? Все, все готовы? Давай, погнали. Присливайте, пожалуйста.
Вышел трэш, бейте трэш. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Ты не в сил противиться моей воле. Законтрольте и точника законтрольте. Да, я слил нормально все. Мутант, бей босса. Бейте пока леди, бейте леди пока. Я скажу, когда трэш, когда сведут. Бейте, бейте трэш. Смотри, там будешь третьего трэша ждать, не будешь, там сам решай. Трэш справа за контролем. Проклятие, оцепенение, алло, свар. Стопать. 35 секунд, зачем стопать? Да. Бейте трэш, все, сидите его в центре, да, это пиздец. Можно геру дать. А давайте геру. Ману, гимн на хп, дубикут, копай гимн на хп. А, КД 2 минуты. Старого пера по гимн. Пижон, у тебя есть бар? 4 минуты КД. Ну ладно, бейте трэш, нормально, там все забили, дрельете, так, бейте трэш справа. Я пока не могу прочитать это заметно. Ты не в сил противиться моей воле! Контроль по боли дайте. Страж будет слева. Бейте трэш слева. Приверженец. Фанатик в рейде на пижоне. Пижон там, дай ему корм. Законтрольте пижон, стеснил звездопад? Законтрольте пижона, он там кастует, дайте ему стан. Хорош. Трэш будет справа. Ой, слева. Ухи, смотрите. Бейте трэш слева, дуб, центр. Ты не в сил противиться моей воле. Дайте контроль по роге и по мороксу. По мушете контроль. Не давайте, я ману рису. Все эти фанатика по третьей бегают. Не спорьте с ней эту хуйню. Хан, притворись мертвым. Трэш справа вышел, идите бейте трэш. Дитар, я тебе же только что сказали, притворись мертвым, пожалуйста. Почему ты, у тебя пиздец с агро? Охотник мертвым, притворись дитаре. Бля, ты пиздец. Ты вообще за хантас сечешь, как играть или нет? Что надо два на пула отдавать после готовности, потом мертвым притвориться, чтобы агро не набирать. Это пиздец. Бля, вы гоните, вы точника не можете захилить? Добивайте уже босса. Ферните трэш.
воля господина! Да, интересно. Дети, дурак. Джейлис, я тебя спас. Ой, почему охотник 6.5, которого ты взял в гильдию, не знает механики этого босса? Он не понимает, что когда танчит БДК и у него, на него вешаются стаки, он не набирает агро ЛПшками. Хант всекает, у него 2400 позиций агро в омане, он срывает леди. Охотник, гитария, ты даун или нет? Не надо давать на пулы по КД, надо жать, притвориться мертвым, чтобы скидывать себя агро. Так а что ты меня-то спрашиваешь, я что ли его брал? Да, воет заметки. Сука, почему я писал эти заметки? Витяра, блядь, давай что-то скажи там, Бурка, блядь. На базаре. Чити воида. Да, блядь. Так, блядь, принизить уже хотят, блядь. А. Там это ожерелье. За десятку отдашь? За десятку тоже возьму. Да, дитяра вроде ровно те, тип, чё ты базаришь на него. Ну, вроде не слакал, ничего. Не знаю, что тебе надо там. Я не помню, тот это хант или нет, у которого ачивки 10к или 11к ачивок. Нет, это другой. Какого-то Хантер Эго какой-то. Ну, какой-то хант там один скачив, там фул контент просто. Да натер. Да похуй. Бить, потом трэш. Пойдем там синдра, кровь или как, или чумка сначала. Ну, синдра. Там чумодельный, потом кровь. Это, по-моему, самый гомический способ проходить ЦЛК. Лед, чума, кровь. Да нормально. Мутант, ты когда себе ник поменяешь? Чем он ник меняет? На Азину три топора. Три топора. Казино Мутант, просто, знаете, приписал бы. Мутант, скажи честно, сколько ты уже поднял колду в рейде? Он поднял косарей 300, по-моему, я видел скрины. А сколько максимум можно носить в сумке? 500? 214 тысяч. Пиздец. У него на других персах там лежит кусок. Банк нельзя заливать. Ты бы лучше призавелся от этой голды поскорее, тут тебя ломанут еще. Банк можно 5 миллионов. Варенька, блядь. Да, тебя там ломанут скоро, так что смотри. Лучше мне дай косариков 50, чтоб не ломанули. Ваньте антидудос. Так, давайте чекаем, берите там раунс. Раунс. Берите ранцы за ранцы. У кого-то есть, может, спек какой-то? ДД, например. Так и есть, по-любому. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться пушку, со пушку. Смертельным врагом! Давайте 2к, пацаны, где мы? Там две пушки пустые. Пушки с... Сядьте, пожалуйста. Где мои 2к? Че роль? Так а что роль? Ну, 94, мне ничего никто не дал. Ты не плюсовал, я объебали. Так а как я могу плюсовать, если я опоздаю? Сука. Тебя объебали, блин. Ооо, кидала, мутал, ты даже не знал, что такое кидала. Не, слышишь, он же пишет, плюсовать надо, плюс типа ставить, потом ролл кидать. Жесть. Ну ладно, давайте бейте трэш. Да нет у меня голда, чё вы гоните, я бы не ролил никогда.
пролить твой мутант. А, на 40 голда я тебе еще должен. Забыл. Проебал. Констролил у тебя мутант. Он выше, чем я вчера срок. А, 10к параш. Был на сороковник там. Давайте перелетай тебе эти маг. Бля, в пушку сети. Меня выкинуло ракет. Какая у тебя пушка была? Самая крайняя правая. Ближе к этому полетчику, который берем ракеты. Лети. Не перелетай тебе эти маги, блядь, эти трэш на нож. Просто как добьюсь. Пушка пустая, крайняя правая, пацаны. А я же сказал, сядьте где. Кагурчик, ГП. Написала там в чат. Сколько? Тоже тут. Чего вы мага не добили? Там 40 хп. Алло, мага добей. Болик не добил. Войт не добил, он нормальный. Видали, блять, отца по ДПС первого, нахуй. Во, что, Коля, что ты хотел? Не, какая кровь, мы пойдем на лед. Он отвалиться хочет. Не лутайте, пожалуйста. Смотрите, мутанта объебали, порол. Носок читер. Носок. Гетто, ты там зашел, ссылка? Сука. Ну там ты хоть говори, когда мувик останавливай. Сейчас смотри. Боль один корол. Жесть! Пиздец, это читерство. Я храбрости набрались. Смотри, смотри, сейчас я нихуя. Ну там, блядь. Погоди, погоди, там трейд. Кольцо, кольцо, роньте речь, сейчас рука запустили. Давай. Все мутанты объёмы, сука. Один в минусе.
Короче. Дайте, пожалуйста, отсчет за... Что, за 10 заберу, кстати, эти наручи, слышишь? Блин, мутант, ты копил голду, чтобы раздавать ее пацанам в рейде? Дайте им по 5 лок, пожалуйста. Что за мука переролим, а то вы запустили босса, нафига вы это делаете, стакаете стать? Лапу. Лапу, ребята, друиды. Тут наручи ролят по мейну, если чё. Наручи будем, будете ролить по мейну после сурка, вы задрали, я забрал, потому что босса запустили. Тут по майну ролит наручи, тут по 10%. Бля, никто не базарит со мной, когда я говорю, вы чё, ребята? МП5 локу. Ти локу МП5, пожалуйста. Слышали все, блядь? Думаете, я один такой? Сегодня я исполню это. Блин, есть какой-то фласка на ДД? Срочно, срочно, вару, пулперу, фласка на ДД, 18 секунд осталось. Тейт, пожалуйста. Я сейчас ни к чем передамажу. Гитяра тебе. Спорим. Одну кас порти. Мутант, Сенсимиля, кидай истерию на дитяру. Давай, 3-2, погнали. Луну в рейде, луну в рейде. Бейте, давайте все трэш. Все, забирай. Да, забрал. Завоеватель героический. Черти завоеватель. Блять, ну конечников трэш. Мы похороним. Я на пятом. Нихуя, ну почему я на первом? Ну-ка дай-ка мне 200 ИП. Войд спасал вас, блядь. Айоши, боль. Кто там выше? Боль. Не, Айоши. Че ты, Джерри, он видал на матч трэш? Давай-ка. Да, идите на синдру. Сотку хотя бы. Вот этот клинок мне надо, буду про товару в
ПВП. Ну, покоритель. Обычный. Общий ДПС райда 282 тысячи. Ну, у меня просто пинг был большой, 240, может больше общий ДПС. Да, я уже поливал. Сколько ДПС? Там демон. Ты там демон просто сполз сдох. А мы еще в 5 хилов, наверное, били, да, босс? Плюс я трэш еще бил. Как огурчик. Вообще не как огурчик. Как она первая. Это, кстати, а запястье будешь кидать? Как можно, Диана, делать такой ник и быть второй по хилу? Ты должна быть первой по хилу. Она первая по хилу. Не. Ну, ты вот, типа абсорб смотришь, джелис там, блядь. Да. Как абсорб, понятное дело, всегда первый был. Не, не всегда. Если холипал четкий, то там можно перехилить. Типа своим миром. Я уже перехиливал на личе ДЦ холипал. Джелис перехилишь? Дураки досарили. Бейте с меньшей хп. Ты, наверное, когда ее в вальку брало три раза, да, перехилил? Да, хорошо. А ты, кстати, запястье будешь кидать? Не будешь? Эти все вали, пожалуйста, алло. Вы этот трэш бьете. Теперь бейте трэш. Да, сейчас скину на ролл запястье, че вы умираете? Че там кинешь на ролл? Наручи, которые у меня? А, наручи, да мне не надо, у меня наручи, сука, вообще. Странный сервер лагает. Что вы делаете? Куда ты побежал, Вань? Там до хера ауры часть забрал на себя, не хилится. Только меня тут хилните кто-то. Пусть Инцемиря там парочку дернет, потому что их тут вроде до хера не хилятся. А все нормально, мы сейчас убьем, просто много тогда было. Дай Вань мастан, если есть. Я ППД даю. Кого там на Синдру? Там на Синдру. Стресните боль, пожалуйста. Не, наручи на мейн. Сейчас я кину. Можно наручи на мейн. Наручи на мейн. Наручи на мейн. Никому не надо наручи на мейн? Да распыляй. Дима. Наручи на офф. Причем кидай трейд. Подойду на 5 минут. Это 300 там. Так ни в чем же меньше меня ППР. Так это не ППР, на офф отдается порог. Ай, ёб твою. Оффа дается за 10% и пароль. Да.
Вон ты где. Крест, все бьют крест. Крест бьют все. Все забили на череп. Я тебя не вижу. Крест. Сейчас, секунду. Справа стоит. Бейки эту ледяную дам. Ну это печать увешенная, конечно, четкая, легче танчится. Так, все бьют крест, все бьют крест, крест бейки все. А теперь давай на 3К. Я должен вывести. Все, бейте теперь этот, добивайте трэш, и потом убьете чай. Да ну на. Слушай, есть. Обрыгался маленько. На 6К. Понимаешь, у меня 8К всего. Мне надо еще жить как минимум месяц. Самый быстрый способ фарма денег — это 40-25 обычку собрать и боишки заанролить. Ну вот я считаю это. Самый быстрый фарм денег — это 1 минута везения. С мутантом, да? С мутантом. Я вчера такой сел и думаю, ну я вышел уже из игры и думаю, бля, у меня в сумке было 47 ебучих ка, вот нахуя я ролил, нахуя? Жадность. Да пиздец, Ваня, у меня просто с 3К у меня было 47. Я такой, блядь, сидел и думал, нахуя я ролил, резните, пожалуйста. А потом сколько осталось в конечном итоге? О, аудио. Я все проебал, Ваня. Я все, что выиграл, все проебал. Попски ролят. Блин. Ты в минуса ушел или по нолям? Не, я выиграл, получается, 1500 голды. Сначала я просто офигел, как не перло. Да, я такого еще не видел. Я только, ну, за 1 минуту рола, что мы там ролили, получается, все время с мутантом 10-ка, 8600, 7-ка, 6-ка, я проебал только один раз. А все остальные я выигрывал. А потом за 2 раза я проебал, ну, 2 двадцатки. Нормально уже, 10к теперь. Просто офигел, честно, мне... Ну... Жесть, как перл. Вчера был день везения просто. Пацанов агитирует, блядь. Не, я никого не агитирую, я просто... Да я не тебя, я вон мутантов. Вчера в натуре везло. Ну вот я сейчас пришел, у меня было 5к голды, уже 10к стало. Дня, я пришел вчера, блин, я скрины сделал, 20, я не помню сколько это было, или 20-41, 20-43, у меня уже 45к. 47. Да, нормально, почти на тигра. Все жадность, я тебе говорю. Когда у меня было 47к, я думаю, бля, так сейчас будет 80. Меня не останови, да? Не так было. И у меня 47к, я думаю, ну там предлагает ролить на 20. Я думаю, ну сейчас будет 60. Мы ролим, но я проебываю, думаю, надо отыграться. Мы еще раз ролим, я проебываю. Ни к чем. Сейчас коплю. А ты душу так кошак орёт, сейчас я приду. Ролим. Эпинг все. Они жили и умерли во имя серебряного аванта. Че ты, Маракс, все выигрываешь? Да, он 67 кинул, я 72. 19к. Голды уже 10к осталось из 214, да? Все, что вчера выиграл, короче, проебал. Блять, мутант, спекайся в танка, мутант, спекайся в танка.
точняк. Ваня, у тебя есть хил? Жон успехается от хила? Нет, не надо. Ваня, у тебя есть хил, Ваня? У кота есть, он отошел. А, у него есть хулипал на этом полотне. А ты-то откуда знаешь? Блядь, играешь? Полгода не заходи. Знаю. Ну, этот бред. Я же говорил, что этот бред, типа, ролл не подгоняется. Смотри, смотри. Опа, двадцатка. Чё вы там проверяете? Подожди, погоди, Мутан, давай я тоже с вами на 1К. Эй, бля. Ну, кидаю или нет? Бля. Кому отдавать-то? Ага. Так дело. Поле. А? Да что, сука? Так, значит, Джейлис и Розетта на рейде, как огурчик Ригель и столб в портал. Хилят Ваню. Ваня, ты тут? Ваня. Нормально. Короче, Ваня нету, так убьем, давай. Вот чек. Я тут. Спекайся в хила. Спекаться? Ой. Давай носок, спекайся тоже в холле приста. Тимировым пропав и забыл. Ваня, я дам тебе ассист, ты будешь ставить себе звездочку, там будете летать звездочкой в портал. Диана, что тебе не хватает? Где там готовишь, ушел? А, подожди, тут смот, тут урон на 20к, я хочу это увидеть. Ну давайте, так... пацаны! Рольте на 20к. Шанан, ты кого там ролишь, блядь? Шанан, успокойся, блядь. Я говорил. Зачем вы ролите, если у вас нету голды? Я всегда ролю, когда есть голда. Ну я так же. Да, я вчера сильно проиграл, сильно, но начал я тоже с минималочки. 3к голд всего было, все, давайте, начинай. Я уже 7к поднял, хех. Знаешь, просто мне нужно голд, я хотел тигра. Я думал, я сейчас подниму 60к и будет и тигр, и профа. Не знаю, мне что-то тигр как-то не вставляет особо. По проф, конечно, да. Маги усиления навали на Вальку, почему нет еще? Три мага в рейде. Все, иди. Блядь. Давайте возле входа собираемся. Вот там, блядь, иди тачи. Разин на три топора. Против часовой давайте. Давление слева бейте. Ноль. Жесть, 6 давителей. Я
Давайте там же. Там огненных дали. Слева и жирного пока не бейте. Там же. Давайте после этих раздадим. Давайте рост. Дайте гимн на хп. Дохиливайте. Только дохилите в строю под бафом. Там не надо тех гимнов. Дайте лучше подавление слева. Кольцо. О, Джерион, перчатки дашь за бесплатно на ретрик потестить? Ха, потестить. Кому надо? А Йоши? А Йоши, да. Но у меня латные как бы на мне одеты. Не так чисто. Посмотрел битву самого против Джериона. И... Вроде сапог. Нет, чё я? А. Фронт. Лестните кто-то, чтобы антихам лестнить. Это, блять, кого-то в таргете держал, нажал левитацию. Спасибо, 19 секунд. Чай рольте. Джерри, он на трэше, на этом отойду чай пить. Я поссать. Я обратно флаг аспектаюсь, да? Да-да. Так, 5 хилов. Тоже отойду там. Чайка налью. Можно отскочить на 2 минуты покурить? Салаки, Джон. Давай. А Гетто, ты тут? Или чё? Я там проебался. Я уже прибежал. И его на вагке ещё не было. Я про Гетто спрашиваю. На вагке не было Гетто. Давайте на 50 кого-то с кем-нибудь. Ага. Кидай его. Это тернистый. Ничего не надо. Thank you.
Кейт, держите трэш. Всем привет. Кто нужен? Братик, кому из них? Ну, сейчас дойду. Кинь тебе его. Нет желания притянуть этих пацанов, которые это стоят, чтобы мы убили их тут или нет? Погнали. Ох. Сначала мутант. Джей. Чё? Ветрик ещё нужен? ДЛК. Нам надо ДД. Мутант, давай от него ДЛК отдать. Говорит, что погнал. Воздержусь. Ну погнали. Ролим. Так. Старопера 500 ЕП, Антихам 500 ЕП, Айоши 500 ЕП, Сейкер 500 ЕП. Ебать! Олол. Спасибо. Давай. Ты здесь проебал за единичку. Пипец. Нормально. Ну, типа за убийство трэша и т.д. Они единственные, кто били. Четыре человека били трэш. В смысле, я тоже бил. Ну так, двигался по 4К давай. Просто. На 500 тысяч меньше, чем с утра рэпа набил. Дон, давай на 4К. Я на дон залагал на тебе, но значит я тоже 500. За что? Крин сделай, потом на чист. 500 ЕП за трэш? А за убийство трэша, когда кто-то там дрочит, они бьют. А, ну Вефа тоже бил трэш, да? Я это не заметил. 1 миллион, когда в других по 5. В смысле? А ну-ка глянь, нормально ты. А девочкам не дает Дима просто так идти. Вот тебе отчет по трэшу. Ты считаешь это нормально? Когда в других по 5, а у тебя миллион. Там даже я набила, да? Мне тоже и поехил. Ману резала, чешу. Так.
Бейте, босс. Да ёб твою. Твой мутант, смотри как. Как же неприятно. Но я уже срал 9к. Красава. Давай руль. Ну, уже не 9. Чё, Морокс, тоже жадность, да? Вообще пипец, отвечаю, затягивает. Так, так, давай на четверочку, мутант. Ай, хорошо. Уйдите все оттуда, сейчас все же Синдра сагрится, зачем нам на это, давайте наверх. 5 корол, будешь? Сейчас. Ну да, Шана вообще перепиздит, походу. Бля. Давай. Я просто голду перекидывал. Это вот там, я тебе перекидываю голду, и иди ты в жопу. Вот, я 15к поднял. Вот реально, вот этими 22к, блядь, подавись ты нахуй ими. Вот, блядь. А ты чё, проебал 22к? Да. Ого. Давай погнали десятку. Ролим. 10к. Хочешь дать мне 50к, я с мутантом отыграюсь? У меня уже 30-ник, было 5к. Слушай, не, нахер, я сейчас Жерина послушал. Розетка, ты в РК? Розетка. Ого! Ну давай десятку. Розетка, ты в РК? Вот, блядь. Ну все, пока. А ты еще 20-ку проебал. Розетка, что ты там сделал? Не признаешься, что-то дитяра пишет, типа ты что-то там кого-то сказал, какая-то клятва. Я же сказал, надо было остановиться. Ничего не понял, чего тебе зашло, блядь, почему не пишут? Дайте фулбаху, дайте. Пиздец. Давайте, пацаны, пока мы бьем трэш, вы можете там что-то паролить, но когда я чекаю на босса, чтобы я этого не видел, потому что я буду кидать ГП. Присылайте. Не в ШП? Да, в ШП. Я ж чекаю пока на баф. А почему вы в Далоране ничего мне не говорите? Потому что я говорю, вы меня не слышите. Да, привет, как дела? Привет. Скажи, негодяй, да? Негодяй. Да кого-то не меня сумонь. Диплома сумонь. Еще не готов. Вообще, слово поп. Ты че? Сейчас мышка заела, готов. Рыба стоит. Вефа.